Быть туристом в России теперь выгодно, ведь сейчас действует программа по возврату части средств, потраченных на путевки в санатории и курорты страны. И продлить эту акцию решили до конца года. Возмещение также будет действовать и для отдыха в детских лагерях. Воспользоваться кэшбэком теперь смогут и победители внутрироссийских олимпиад, волонтерских и творческих инициатив. Сейчас проходит третий этап этой программы. Он стартовал в середине марта. Приобрести поездки по акции можно до 15 июня, а отправиться в путешествие до 30 июня включительно. Условия остались прежними. Продолжительность тура или проживание в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Тогда можно рассчитывать на возврат 20% от стоимости путевки, но максимум кэшбэка – это 20 тысяч рублей.